Всем привет, вы на канале Dego Life, и сегодня я буду делать сенник для Буси. Посмотрите, когда я сено кладу Буси вон туда вот, ну, при уборке, она в итоге закидывает им и кормушку, и все на свете. Также оно пачкается, и потом приходится насыпать новое. Поэтому я буду делать ей сегодня сенник. Для этого нам понадобится самая обычная 5-литровая бутылка. Сначала нужно отрезать столько, сколько вам нужно. Например, я хочу, чтобы Буси был сенник вот такой вот. Вот, смотрите, я уже обрезала. Но тут, естественно, получилось не очень аккуратно, потому что это все отрезалось ножом. Вот, и сейчас с помощью ножниц я подровняю немного эти края. И также заклею клейкой лентой, ну или скотчем, чтобы Буси не порезалась. Я уже подровняла края. И да, кстати, лучше попросите родителей, чтобы они вам помогли отрезать низ бутылки, потому что вы можете пораниться. Я уже заклеила. И теперь нужно тут сделать дырочки, чтобы это можно было прикрепить к клетке. Дырочки можно сделать с помощью обычной цыганской иголки. Она вот такая вот большая. Я уже сделала дырочки, а прикреплять можно самой обыкновенной скрепкой. Просто ее нужно раскрыть. Вот так вот получилось, осталось наполнить это сеном и прикрепить уже Буси на клетке. Вот, смотрите, я уже Буси там все повесила и убрала у нее. Вот как это выглядит. Буси у нас уже кушала. Кстати, я его сейчас матрасики постирала эти, они сохнут. Она там уже кушала, поэтому немного накрошила. Ну, мне нравится, это выглядит более аккуратно так. Вот. И вот Буси. Да? Буси. Тебе нравится? Он получился довольно большим. И у меня к вам совет есть. Не напихивайте туда сено очень много и плотно, как это сделала я, потому что Буси, например, это трудно вытаскивать. Если вам понравилось это видео, а также сенник, который я сделала, то, пожалуйста, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями, а также не забывайте оставлять свои комментарии. Я всегда их читаю и на них отвечаю. Всем спасибо за просмотр и до новых видео!